благодаря привлекательной внешности, природной харизме и отличному знанию английского языка, девушка была отобрана в элитное 4-е отделение Аэрофлота. Пройдя курсы повышения квалификации и проработав там около 2 лет, Юлия решила сосредоточиться на творчестве. Я, в принципе, туда шла с пониманием того, что эта работа не навсегда. В какой-то момент мне стали тяжело даваться перелеты, и путешествия перестали приносить мне радость. Когда из года в год ты посещаешь одни и те же страны, то это начинает приедаться. Также стало приходить понимание того, что у тебя совсем отсутствует земная жизнь, что ты существуешь отдельно от нее, от своих друзей и родственников, и меня стало накрывать чувство одиночества,